Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я недавно заметила, что у меня проблемы с принятием пищи. Я им довольно много и довольно быстро по сравнению даже с моими подругами и семьей. Я не воспринимала это всерьез, но сейчас я обдумала все и поняла, почему так. Я кушаю много и быстро, потому что боюсь, что потом еды не будет и буду голодна. Долгое время мой вес был 58 килограмм. Сегодня он выше 60, и я просто в растерянности. Я чувствую себя ужасно, не хочу столько весить, я не нравлюсь себе на фотографиях. Что мне делать, как наладить мои отношения с едой? Ну, смотрите, в первую очередь, вот что бросается в глаза, это две вещи. Вот сразу, да, на что можно обратить внимание, это две вещи основные. Первое, то, что вам в целом еда в какой-то момент стала важнее. Вот, ну, важнее, вот, например, всей вашей жизни, например. Да, ну, важнее в целом вашей жизни. Это первое. И второе, это то, что вот вы быстро потребляете пищу, вот. Тот факт, что вы быстро потребляете пищу, может в какой-то степени, да, свидетельствовать о чем? В первую очередь. О том, что вы в целом достаточно вот невнимательны к себе. Да? То есть вы невнимательны к себе, вы невнимательны к своим чувствам, вот, вы невнимательны, вероятнее всего, вы невнимательны к тому, что вот, в целом с вами происходит, вы невнимательны, скорее всего, к некоторым своим эмоциям, да, к некоторым своим переживаниям, вот. И это на самом деле может быть серьезной такой проблемой. Потому что, ну, в целом, подобное поведение свидетельствует о вашей невнимательности к себе и, по сути, вот к неумению, да, жить здесь сейчас. То есть здесь сейчас я не живу, здесь сейчас я не существую, да. Вот, здесь и сейчас я не очень вообще, как бы, ну, хорошо понимаю, вот, как бы, что, допустим, со мной происходит, вот. Но при этом я вот думаю о будущем, как бы, оно вот когда наступит, непонятно, да? То есть вы к себе сейчас невнимательны. Вот. И у вас есть некоторая тревожность, которую, ну, с которой вы, естественно, пытаетесь что-то делать. То есть вот есть некоторая тревожность, которой вы пытаетесь что-то сделать, и, скорее всего, вы ее просто вот заедаете. Скорее всего, вы ее просто пытаетесь заедать в данном случае, вот вы ее в данном случае заедаете как раз, ну, вот, чем? Вот вы ее заедаете, там, ну, грубо говоря, вы ее заедаете большим количеством еды, да, допустим.
Вы ее заедаете быстрым. Ну вот как поглощением пищи, так скажем. Вот. А это же не помогает. Это же не работает так. То есть тревога, она в данном случае, ну, не уходит никуда. Вот. Она не девается никуда в данном случае. Вот. Это нужно как, ну, как минимум, да, понимать, что никуда тревога не уходит. Вот. Как бы вы вот там не пытались бы ее заедать, она вот никуда не уходит, к сожалению. Вот. И отсюда у вас есть вот такие трудности. Отсюда у вас есть вот такие проблемы. Ну, как мне, опять же, да, в данном случае кажется. То есть понятно, что я могу ошибаться, понятно, что я могу там быть неправ и так далее. Ну, вот выглядит все таким образом. Вот. А дальше. У вас почему-то рождается идея, вот в данном случае, о том, что вы будете голодны. То есть да, это правда. Вы действительно, ну, можете быть голодны, жизнь такая, что как бы, действительно, ну, можно остаться без еды. Вот. Но когда это будет, когда это произойдет, логично, что когда это случится, тогда вам, в принципе, и можно было бы, ну, подумать об этом. Именно когда это случится. Вот. А как бы сейчас, ну, пока еще этого не случилось. А вы уже об этом, ну, как бы думаете, да, вы уже об этом переживаете, вы уже об этом, условно там говоря, паритесь. Вот. Почему? У этого есть причина. Вот. Есть причины, вы об этом волнуетесь. Для вас это имеет значение. Может быть, у вас есть травма, связанная с голоданием, например. То есть, например, в детстве вам не было чего есть, да, вот, это как-то вот вас, ну, в данном случае потрясло, так скажем. А может быть, это хороший способ побежать. А от, как бы, ну, реальных проблем. Вот. От убежать от своей жизни. Как вариант. Понимаете, да? То есть тут нужно разбираться, тут есть, ну, некоторые вот варианты, и тут есть варианты. И эти варианты необходимо проработать, чтобы понять, какой вариант больше вам подходит. Хотя бы. Да? Вот. Вот примерно так. Такая примерно картинка здесь есть. Не менее важным моментом является
то, например, что вы себе не нравитесь. Вот. Не менее важный момент, мне нравится эта история. То, что вы себе не нравитесь. То есть это самооценка, ну, проблема с самооценкой. Вот. Сравнивание себя с другими людьми. Опять же, здесь больше про то, что у других людей, как бы жизнь, она вот какая-то, ну, более интересна, чем ваша, по большому счету. Вот. И вот с этим нужно в первую очередь работать. Почему ваша жизнь, она вот кажется вам менее интересной, чем жизнь других людей. Вот. Но это вообще выглядит довольно логично, если, допустим, ну, грубо говоря, да, принять во внимание, что, например, вы переживаете из-за того, что вы будете голодны, и из-за того, что вы там поправились, вот. И как бы в вашей жизни больше ничего нет. То есть вообще говоря, это вполне логично. То есть если вас волнуют только эти вещи, и если вас условно больше не волнует ничего, допустим, ну, к примеру, да, вот, вот, ну, к примеру. К примеру, повторюсь, вот специально хочу вот как-то так уточнить. Это не обязательно вот что прям вот история там как-то вот про вас, да? Не обязательно совсем, совершенно не обязательно, что это история про вас. Ну, вот. Но тем не менее, если вас вот это, там, грубо говоря, беспокоит, да? Если только это вас беспокоит, например, ну, допустим, вот опять же, да, допустим, если только это вас беспокоит, к примеру, то ничего удивительного в том, что, ну вот, что вы описываете, нет, ну в данном случае, по крайней мере. Поэтому, да, эти вещи важны. То, о чем вы говорите, это важно. То есть я не хочу сказать, что вот, что это не важно. То, что вас, ну, беспокоит, например. Это важно. Но помимо этого есть еще какие-то моменты. Вот. Которые, ну, могут быть важными. А для вас это как будто бы не так. Понимаете? То есть нет, ну, может быть. Вся штука в том, может быть, что вы пишете только об этом. И это вот, ну, то, что можно было бы заметить, что вы пишете только об этом, и как бы вот, соответственно, это бросается в глаза. Вот, но я сразу вот делаю как бы такое вот предположение.
такая у меня гипотеза, что проблематика пищевого поведения связана вот с теми проблемами, которые, в принципе, я описал. Вот. И, соответственно, работать нужно в первую очередь с этими вещами. Вот. Как мне кажется. А дальше уже смотреть, как бы вот, к чему это, ну, приведет, да. Смотреть, куда это выведет, там, куда это выведет вас, куда это выведет нас, и, соответственно, что вы для себя, что вы для себя сможете вот, ну, в этом найти, да, то есть, вот, что вы для себя сможете в этом увидеть как-то, ну, вот. Понимаете, да, о чем как бы идет речь? Вот с этой вот позиции, с этой вот точки, с этой вот с этого, с этих вводных данных, вот. А я бы, ну вот, наверное, я бы начинал с этого. А дальше уже можно было бы там говорить о том, чтобы это корректировать. И о том, что вам делать, и о том, там, грубо говоря, как наладить ваши отношения с едой, вот как вы, значит, ну, пишете и так далее. Не все тратят. Вот. Сначала вот, так сказать, проблематика, выявляется, сначала выявляется проблематика. Вот. А дальше уже корректируется. Вот. Если у вас там травма вот связанная непосредственно с едой, да, то есть вы там голодали и боитесь теперь, значит, ну, того, что вы будете голодать, то вам как-то вот говорить, слушай, ну, еда, это вообще как бы не главное, ну, немного странно, сомнительно это выглядит. Вот. Потому что для вас еда важна, очевидно, ну, будет в таком случае, для вас еда важна, вот. И это нормально. Поэтому как-то вот к себе относиться, так скажем, критично прямо, да, вот к себе относиться. Критично к себе относиться, значит, ну вот с, там, например, там, не знаю, с требованием, да, там, перестать так вот, ну, воспринимать еду, например, и так далее. Вот, ну, это, на мой взгляд, нецелесообразно. Вот. Потому что если вас это волнует, вот, если вас это беспокоит, вот, то, ну, вы будете об этом переживать. Вас будет это волновать. И это, как мне кажется, ну, вполне нормальная, адекватная реакция, вот, на какой-то опыт, который у вас был, который у вас имелся. Поэтому я бы такой ответ вам дал.
На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.